Арктурианский совет, 9D, на планете Земля грядут большие и красивые события. Через Даниэля Скрантона, читает Лора. Привет! Мы Арктурианский совет. Мы рады связаться со всеми вами. Мы устанавливаем очень прочные узы, очень прочные связи с теми из вас, кто проявил к нам интерес, находясь в состоянии бодрствования. Но даже те, кто не подозревает о нашем существовании, в состоянии бодрствования иногда приходят и посещают нас на астральном плане. Это означает, что в настоящее время мы устанавливаем связи с миллиардами людей, большинство из которых не подозревает, что связь установлена и что между нами существует сильная связь. Они не осознают, когда бодрствуют, и очень осведомлены, когда спят ночью. Для человечества это означает, что с каждым днем вы становитесь все ближе и ближе к полному и открытому внеземному контакту. Человеческому разуму действительно нужно время, чтобы понять, что происходит в энергетике, и эти люди, которые не знают о своих разговорах с нами на астральном плане, все еще несут положительные эффекты своих разговоров в своих энергетических полях. И в точное, идеальное время они получат в состоянии бодрствования то, что они уже получили в состоянии сна. Это сложные времена, когда вы живете там, на планете Земля, и те из нас, кто является помощником, кто согласился быть этим для вас, должны сделать все, что в наших силах. Те из вас, кто принимает наши передачи и соединяется с нами, пока вы находитесь в состоянии бодрствования, также соединяются с другими существами и другими коллективами, пока вы путешествуете по астральному плану. И некоторые из вас помнят эти взаимодействия, но большинство из вас этого не делает. Большинство из вас также ждут того момента, когда все, что находится в вашем энергетическом поле, просочится в ваше бодрствующее сознание. Это также очень захватывающие времена на планете Земля, поскольку у вас есть все, чего стоит с нетерпением ждать, и многое другое. Человечеству еще предстоит открыть для себя гораздо больше, и все на Земле станет проще, если вы позволите большим и прекрасным событиям, которые должны произойти, найти свой путь к вам. Между тем, мы знаем, что иногда вам не удается найти цель пребывания там, или вы изо всех сил пытаетесь радоваться монотонности повседневной жизни на планете Земля. Поверьте, когда мы говорим, что со всем, что происходит, пока люди спят, вас ждут гигантские скачки вперед на планете Земля, и они скоро произойдут. Все, что вам нужно сделать, это прожить свою жизнь и время от времени размышлять о ней. А затем, когда вы засыпаете, выразить намерение, вспомнить, что происходит, когда вы оставляете свои физические тела и уходите в другую звездную систему и измерение. Веселье, которое у вас есть, и истории, которые вы когда-нибудь расскажете, просто поразят вас. Мы Арктурианский совет, и нам очень понравилось общаться с вами.